Да, ребята, не ожидал я от вас такого, если честно. Не ожидал. Как можно было поставить на Поветкина? Как вы вообще могли поверить мне, что я какой-то говнованга? Я не понимаю. Или вы стебетесь надо мной? Я не верю. Я вам не верю, что вы поставили на Поветкина. А я вам не верю. А если вы действительно поставили на Поветкина, как вы могли поверить, что я какой-то говнованга? Ну как? Ну как? Я простой тупой грузчик. Да-да, не удивляйтесь. А что вы ожидали? Я настолько туп, что даже из двух мужиков, которые выясняют отношения на кулаках, Кличко и Поветкин, даже из этих двух я не отгадал, кто выиграет. Хотя же там было сразу ясно, кто выиграет. Вы что, ребята? Мое мнение реально. Вы знаете, кто победит Кличко? Что это за человек должен быть? Какого склада ума? Какой физической силы? Это такой человек должен родиться, выпульнуть в боксерский мир. Вот типа что-то Майк Тайсона, понимаете? Другой не победит Кличко. Потому что он украинец. Да-да, не удивляйтесь. И еврей. Так что думайте. Думайте. Обращайте внимание на детали. Вот. Ну, когда появится человек типа Майк Тайсона, да? Который будет выстегивать всех в первом-втором раунде. Вот тот человек и вырубит Кличко. Они появятся. Значит, уйдет Кличко непобежденный с ринга. Ну ладно, это уже лирика. Я не туда зашел, я хотел ролик о другом сделать вообще-то. Вот я сегодня проснулся, почитал комменты на последний ролик, да. Ну там, где я ржу. Ребята, а че вы так это? Че вас так бомбануло? Я не понимаю. Ну че вас так бомбануло? Ну подумаешь, я там напредвидел, что там по меткам выиграет, да. Ну подумаешь, ну и чё? Чё с этого-то? Ну ошибся, тупой грузчик, ошибся. Вы же сами включаете тоже мозги. Вот я вам сколько всего рассказывал, да, про свою зарплату, про съемные квартиры, про Швецию, да. Информативные ролики делал. Вы же мне, сука, никогда не верили. Вот. А теперь, когда я сказал, что Пометкин выиграет, вы поверили и с ваших слов побежали ставки на него ставить. Причем, мне доллар в месяц слабо прислать, а на Пометкина, как вы пишете, там миллионы, все состояние поставили. Ну, я, конечно, понимаю, что вы нихера не ставили там. В лучшем случае 10 баксов, да, поставили вы. Ребята, я глубоко сомневаюсь, что Симонов побежал ставить какие-то там бабки на Поветкина. Так что, ребята, включайте мозги. А что касается нормальных подписчиков, да, которые поставили на Поветкина, типа вот мне пишут, что типа я всех троллю, да, а нормальные же тоже поставили на Поветкина. Типа это, ну, подставила я нормальных пацанов. Ребята, чего вы волнуетесь? Я миллионер. Все нормальные пацаны, которые поставили на Поветкина, да, пишите в комментах и не в личку. Сначала пишите в комментах под этим роликом, что вы поставили на Поветкина. Пишите, какую сумму вы поставили на Поветкина. И оставляйте свой PayPal. Я всем пацанам нормальным вышлю обратно деньги, которые они поставили. И по каждому пацану запишу даже ролик, как я обратно высылаю эти деньги. Чтоб меня не считали каким-то там чмом. Я человек на понятиях. Если я подставил нормальных пацанов, то я всем нормальным пацанам вышлю деньги обратно. Я еще раз говорю. Всем вышлю обратно. Заодно и пиарчик мне будет. Но для этого надо действовать быстро, потому что канал мой скоро сейчас этот забанят, тролли. Поэтому
На сегодняшний день я знаю одного чувака, который действительно сделал ставку на Пометкина. Его ник Рудольф Кекс. Он действительно сделал даже ролик, показал, что он купил вот этот вот купон и поставил на Пометкина. Рудольф Кекс, пиши мне, я реально тебе вышлю те деньги, которые ты просрал из-за меня. Я не помню, там ты поставил, по-моему, 1000 рублей. Это что-то порядка 30 баксов, по-моему. Я реально тебе их вышлю обратно, вообще без базара. Если ты напишешь и попросишь эти деньги обратно, вот я тебе вышлю. Уж тебе-то точно вышлю, потому что ты еще до боя с Поветкиным доказал, что ты на него поставил. Все остальные, которые хотят деньги обратно, вы мне докажите, что вы сделали эти ставки. Как хотите, доказывайте. Но вы должны доказать. Первое, вы должны доказать, что вы сделали ставку на Поветкина. Второе, вы должны доказать, что вы не тролль, а реальный мой подписчик. Так что, ну, придется поработать с доказательствами, да, надо собрать базу доказательную. И потом вы получите все, кто сделал ставки, любые, кто там что поставили, да, доказывайте мне, и я вышлю деньги обратно. Я отвечаю за свой базар, я вышлю деньги обратно. Мне похрену. Я не думаю, что за что-то там миллионы слал. Все равно слали в районе 20 баксов, не больше. Я в этом просто уверен. Ну, слали больше, я вышлю вам больше. Все, чуваки, давайте. Все, чики-бони, не волнуйтесь. Тролли, как всегда, могут срать кирпичами. Все, давайте. Чоу!